Доброе утро. В эфире канал «Культура», в студии программы «Наблюдатель» Андрей Максимов. Знаете, вот мне очень интересно, вот я вам честно скажу, мне очень интересно делать программу «Наблюдатель», но сегодня мне ее делать как-то по-особенному интересно, потому что сегодня мы будем говорить про государство инков. А государство инков – это самое большое по территории, одно из самых могущественных государств до Колумбовой Америки. Как они жили, эти люди? Чем они жили? Такие же они интересны для нас, как племя майя, или, может, еще более интересно? Доброе утро. В студии программы «Наблюдатель» Андрей Максимов. Представляю наших сегодняшних гостей. Галина Гавриловна Ершова, доктор исторических наук, профессор, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета. Правильно все? Новость от вас. Ой, а у меня вообще, конечно, самая большая новость. Не знаю уж, насколько она вот интересна, но в Гватемале вот сейчас православная церковь перевезла приют свой, открыла в совершенно потрясающем здании. Приют для сирот, вот индейцев майя, детишек. И там мастерские по иконописи, что вообще потрясающе. Это надо все осознать. Это вот так, надо все осознать. В Гватемале. Да, страна Гватемала, очень далеко. Да, значит, далеко. Есть православный монастырь Святой Троицы. Который занимается детьми. У которого есть, да, приют для детей-сирот. Про детей-сирот майя. Да. И вот они переехали в потрясающее здание на берегу озера, красивейшее, создали как целый дворец, и там есть мастерские, где детей учат писать иконы. Детей майя? Да. Мне кажется, программу надо закрывать на этом, потому что ничего более потрясающего узнать не нельзя. Но, тем не менее, будем продолжать. Может быть, мы все-таки это не просто такая новость, от которой можно только сглотнуть и даже не что дальше говорить. Елена Сергеевна Астрирова, историк. Доброе утро. Доброе утро. Новость от вас, Елена Сергеевна. Ну, я боюсь, что у нас у всех будет новость немножко похожая, но все-таки новость не очень современная, ну, несколько месяцев прошло уже. В Мексике, когда вот был этот бум со всеми пророчествами майя, концом света, проходила выставка колумбийского золота. Это показывает просто для меня такой прекрасный пример, что не весь мир сошел с ума, и люди, которые должны были зарабатывать деньги на том, что вот у них майя предсказали конец света, взяли и открыли прекрасную шикарную выставку, привезли из Боготы, столицы Колумбии, и показывали всему миру, ну, латиноамериканскому, колумбийское золото. Такое ощущение, что к нам в редакцию вошел какой-то совершенно другой мир, какой-то потрясающий, удивительный мир, который мы сейчас и будем с вами изучать. И еще у нас есть мужчина, Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, заместитель директора Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета. Правильно? Да. Новости от вас, Дмитрий Ильич. Ну, поскольку это культурная новость на меня повлиявшая, то она скорее негативная. Я сходил на последнюю выставку книжную «Книги России» и был полностью удручен. Она была бедная, там было мало издательств. И в основном доминировали какие-то, ну, абсолютно безумные издательства, которые рассказывают про великих древних богов славянской культуры, войну там с китайцами в 7-м тысячелетии до нашей эры. Все эти люди собрались в связи с тем, что сейчас в Москве проходит выставка, которая называется «Тысяча лет золота инков и собрание в музее золота Перу». И мы поговорим сегодня не только про эту выставку, даже, наверное, не столько про эту выставку, сколько вот про цивилизацию инков, что, мне кажется, ужасно интересно. Сначала давайте посмотрим маленький сюжет. История древних цивилизаций Нового Света известна нам гораздо хуже, чем история Египта, Шумера, Ассирии, Вавилона, Китая и Индии. Потому что племена и народы Индейской Америки были отделены от остального мира не только круговой водной преградой, но и стеной непонимания. Античная и средневековая Европа и Древний Восток не оставили в своем богатом литературном наследии ни одного слова упоминания о таинственных землях на Западе и об их обитателях. А то, что создала цивилизация ацтеков, майя и инков, было безжалостно уничтожено в XVI веке европейскими завоевателями. Попытки расшифровать письменность майя начались вскоре после испанского завоевания. Первыми исследователями иероглифики майя стали испанские монахи, которые пытались обратить майя в христианскую веру. Самым известным из них был Диего де Ланда, второй епископ Юкатана, который в 1566 году написал труд, названный «Сообщение о делах в Юкатане». В 1952 году Юрий Валентинович Кнорозов перевел этот труд со староиспанского на русский язык и сразу же понял, что алфавит из 29 знаков, записанный в XVI веке францисканским монахом Диего де Ландой, является ключом к дешифровке самого письма. Кнорозов составил каталог иероглифов майя, а позже основал Центр изучения древних цивилизаций доколумбовой Америки. Сегодня этот центр возглавляет ученица Кнорозова Галина Ершова.
Первый вопрос, который возникает у любого человека, который слышит слово инки, кто это? Что это за люди? Что это, ну, наверное, к вам, ну, давайте, да? я начну. Инки – это, ну, вершина цивилизации, андской цивилизации. То есть вот если говорить о цивилизациях Америки, да, то там существовало два таких цивилизационных очага. Один – это Мезоамерика, то есть это Мексика, Гватемала, вот где были майя, и закончились как бы к приходу испанцев, это был расцвет ацтеков. А в Андах, то есть вот в южном полушарии, там тоже было много цивилизаций, начиная от Чавина, одни за другим сменялись другие. И вершина, когда появились испанцы, собственно, это были инки, которые создали практически империю, как люди называют. Инки по времени были после майя, насколько я понимаю. Ну, майя продолжали существовать, но после расцвета майя, скажем так, да. Майя нам всем известны, потому что они перерекли конец света. В этот момент про них всех узнали. Что такое самое главное в цивилизации инков? Ну, обычно, говоря про инков, на самом деле поражает вот их социальная структура. То есть как они создали вот это огромное государство, охватившее территории от Колумбии, Эквадора до Чили, Аргентины. То есть это вот совершенно невероятные территории. Навели порядок, то есть провели дороги. И действительно это было вот такое вот очень развитое общество. Еще, конечно, существует много легенд про всякое золото инков. Вот. То есть не то, что легенд, это оно и было. Это мы отдельно, они же да, дети солнца. Но это не поэтому... так интересно на самом деле. Почему? Как про то, золото что... всем интересно. Про золото. У нас не целый... Для любителя. Да, мы как бы как историки, да, нам интересно, что у инков пытались найти, многие там ученые 20 века искали социализм, да, что это такая одна из якобы социалистических систем, и что у них вот такое было общество распределения. А скажите, Елена Сергеевна, вот сказала Галина Гавриловна, что вот нам особенно интересно, как они создали это государство. А как они создали это государство? На основании чего? На основании своей истории. Очень длительная история именно андской цивилизации и ее специфики. Да? Как Галина Гавриловна сказала, что это андский регион, да, это горы. И, с другой стороны, у нас горный регион и побережье. Побережье Пиранское очень богатое морскими ресурсами, поэтому у цивилизаций, которые там существовали до инков, да, это древние цивилизации, 4-е, 3-е тысячелетия до нашей эры. И инки, они наследовали гигантскую действительно историю. То есть, в принципе, вот история там Старого Света. Да, мы же знаем, что греки там, греческая цивилизация, это вот, собственно, базис европейской цивилизации. Понимаете, бывает, что вот ты вот, история богатая у страны, а страны не очень хорошо сопутствуют. Они хорошо ее воспользовались. А вот что они сделали? Ну как, они воспользовались богатством, собственно, этого региона. Они завоевывали долины. Они наладили, ну не то, что наладили, они воспользовались богатством, которое давало торговля между горным регионом и прибрежным. Это было, это было феодальное государство? Ну, это феодальное было... у нас Европа, да? А я не знаю таких еще слов. А как вы... Это не те категории, которыми пользуются исследователи, когда говорят об инкском обществе. Значит, инкское общество, вот почему, да, действительно уникальная социальная система, и ее очень часто пытались, да, выставить примером первого в истории тоталитарного государства. Потому что... Чего себе, а только что скажешь, что социализм. Ну, социализм как вот одна из версий тоталитарного. Ну, кто как оценивает социализм, естественно. Да. Но вот работа одна из классических первой половины 20 века по инкам, Луи Бадена, французского исследователя, она так и называлась «Социалистическая империя инков». Это еще до того, как социализм записали в тоталитаризм, он казался как раз положительным. Во главе государства кто был? Во главе государства стоял император Сапа Инка, верховный правитель. Но это как раз, в общем, ничего необычного в этом нет. А как его? Он был, это было как, по родству или выборы? Да, существовал, собственно, инки изначально. Это вот небольшая такая этносоциальная группа, которая встала во главе империи, и да, они сами по себе представляли собой группу не очень большую, вот составляли высшую элиту, знаете. Верховный, в этом смысле, правитель, он происходил из самой знатной династии, потомков основателей Куска, столицы, и власть передавалась по наследству в рамках этой династии. А что тогда социалистического? А социалистического в этом вовсе не партия, не партийные решения. Социалистическая в этом система социальной организации подчиненного населения. В очень жесткой регламентации жизни, отсутствие рыночной экономики и рынков в принципе, и это очень сильно отличает вот инкскую, скажем, империю от одновременно современной мастерской. То есть они добились развития без рынка? Да, они как раз наоборот. Инкская империя шла последовательно по пути изничтожения этих рыночных элементов. Во всей империи была только вот одна такая каста
этническая и социальная группа торговцев с побережья, которые имели право путешествовать по всей империи и, значит, торговать и обменивать. Все остальные люди получали товары, ресурсы, склады государственные. Насколько я очень плохо знаю политэкономию, насколько я знаю, очень многие говорили люди, что рынок – это плохо, но ничего лучше придумать невозможно. А инки рассказывают, говорят о том, что можно без рынка добиться того, что люди будут нормально жить? Но они не говорят. Ну, тоже до чего-то, они не говорят, но тоже до чего-то, в общем, всегда какое-то общество доходит. Дело в том, что существует определенный этап развития, поэтому можно вкладывать любую модель, точно так же, как у нас социализм. То есть он исчерпал себя к какому-то периоду, но, тем не менее, он дал очень, и позитивные результаты и прочее. Поэтому любая система, она развивается, используя все свои ресурсы, гипотетически предполагать, что там случилось бы с инками, если бы не пришли испанцы, это, в общем, нелепо, но, тем не менее, кризис какой-то наверняка бы наступил, и, видимо, надо было реформировать общество. Разница между бедными... Если я задаю нелепый вопрос, вы скажете, что это неизвестно. Потому что я с вами разговариваю так, как будто вы там были только что и приехали, и нам перерассказывают. А разница между бедными и богатыми была серьезной у инков? Вот социальная напряженность возникала по этому поводу? По этому поводу нет. По этому поводу нет, потому что все как бы знали, каждый сверчок знал свой шесток. И каждый, хотя в дальних колониях, дальних уголках империи происходили восстания, и их тоже подавляли и всех строили. Люди жили хорошо? Люди жили неплохо, но, с другой стороны, понимаете, это мы сейчас, у нас есть понятие бедные и богатые, тогда была так называемая ритуализация трудовой деятельности, то есть все общественные работы, они во имя чего-то, совершались, как мы бы сказали, во имя какого-то божества, которое является покровителем того-то или иного храма. Поэтому инки, собственно, когда завоевывали долины, они прежде всего пошли и завоевывали те долины, в которых были центральные для индийской цивилизации храмовые комплексы, для того, чтобы их власть была священной. Поэтому у нас Сапа Инка – это священный правитель. Люди были жизнью довольны. Да. Это несомненно. Они были довольны. Мы так с вами немножко начали наш разговор. Сейчас я обращусь к Алексею Черепанову, нашему интернет-обозревателю, для того, чтобы узнать в интернете, знают ли люди вообще слово инки и что они пишут об этом в интернете. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Андрей, пользователям интернета, как и людям вообще, очень интересны древние тайны, забытые клады, таинственные истории разной степени кровавости. И цивилизация инков хранит еще множество секретов. Например, мифический город Пайтити, стены и дороги которого, по преданию, были сделаны из драгметалла. Так что и выставка «Тысяча лет золота инков» просто была обречена на успех. Удивительная выставка. Интересно. Стоимость страхового возмещения задается нескромным вопросом Смирнова Юлия. Толпы желающих не редеют, потому как там действительно есть на что посмотреть. Пинцеты для выщипывания ресниц, восхищается пользователь. Люблю. Выставки, связанные с загадками древности, на сайте afish.ru пишет Елена Прекрасная. Очень интересная экспозиция, много вещей, которыми пользовались древние дамы для того, чтобы выглядеть красиво. Да и в целом столько вещей из драгметаллов, которые сегодня стоят сумасшедших денег, а у них использовались в бытовой жизни. Очень понравилось. Однако не все посетители выставки воспринимают золото как средневековые испанцы. Некоторые пытаются понять инков, которые считали, что золото – это от солнца, а серебро – слезы луны. Вот какая дискуссия разгорелась на сайте smi2.ru. «Может, я тупой, но никогда не понимал и не понимаю ценности золота», – написал Владимир Сварной. «Там не столько само золото ценно, Володя», – отвечает Шел Анна. «Тем более в этом золоте есть большая доля меди». Там цена работа и техника изготовления, узоры и ковка, искусство вечно. Впечатляет, признается пользователь Жан Бульбаш. А ведь испанцы много подобных или даже более совершенных шедевров в слитки переплавили. Грубые солдафоны, грабители и убийцы. Что они понимали в красоте, обличает Шел Анна. Но не такие уж они и грубые солдафоны, спорит Вадим Дымов, того же Кортеса взять. Кстати, индейские цивилизации вовсе не отличались голубиной кротостью. Своих соплеменников поугнетать были весьма не дураки. А пользователь Семен напоминает, что золото инков испанцам аукнулось очень быстро. Большинство конкистадоров погибли насильственной смертью. Например, Франциско Писаро, который истребовал гигантский выкуп за
за пленного правителя инков Атауальпу, а потом казнил его. Писара баснословно разбогател, но через несколько лет заговорщики закололи его в собственном доме, а золото инков было потрачено испанской короной в бесконечных войнах, а в Европе возникла гигантская инфляция. Так что только искусство инков имеет безусловную ценность. Например, вот этот вот экспонат выставки стал хитом в интернете. Не мудрено при любви пользователей сети, как всякого рода котам и кошечкам. Однако некоторые пользователи сомневаются в подлинности экспонатов выставки. Подлинность большинства вещей после скандала 2001 года в Лиме так и осталась под вопросом, написал Юрий СПБ. Напомню, что ученые из университета в Лиме утверждали, что из 20 тысяч экспонатов музея в Лиме только процентов 15 подлинники. Это действительно так? Спасибо большое. Это действительно так? Тут такой сложный вопрос, потому что вообще вот в археологической среде постоянно существуют эти дискуссии. То есть появляется какой-то предмет, и тут же появляются люди, которые пытаются, так сказать, если нет вот этого самого провинанса там четкого, а очень много добыто из грабительских раскопок. Вот слово «уакеро», как грабитель древности, это как раз из Перу пришло. Вот. И поэтому, да, там провинанса официального нет. Но вот как бы очернить чужие коллекции – это тоже отдельный сюжет вот в этом культурном пространстве. Поэтому я не думаю, что такое большое количество подделок, возможно, что-то и есть, как и везде, но это преувеличено. Я хочу спросить у историка вот о чем. Инки, насколько я понимаю, ощущали себя и считали себя детьми солнца. Да. Поэтому то, что для них золото было священный металл, понятно. Может ли мне кто-нибудь уже наконец объяснить, а почему золото так любили испанцы? Вообще, почему так любим именно золото? Ни серебро, мы, европейцы, ни серебро, ни даже платину. Почему именно золото мир вещей? Мы, например, Гаврилу не любим золото, не носим его. Да, но, собственно говоря, но цивилизация инков была уничтожена в основном из-за золота. Она была не за золото, а из-за жадности уничтожена. За жадности на золото, а не на что-нибудь еще. Ну почему же? Вообще, ну просто эти цивилизации, понимаете, их удивило то, что в быту настолько, да, не то, что в быту, да, в принципе, повсеместное использование золота, да, настолько дикое для европейского человека даже того времени, потому что для конкистадоров золото – это монета, это будущая монета, да, то есть вот это эквивалент золото? Богатства. Почему нет, золото? Ну золото, во-первых, это металл, который не окисляется, он сохраняется, это вечный металл, то есть как некое вот это вот самое… То есть символ, почему вот изначально? Потому что это символ изначально личности? Это редкий металл. Золото и серебро – металлы редкие относительно на Ближнем Востоке и в Европе, поэтому, как всякие редкие ресурсы, они… используются как эквивалент, да, стоимости. Они имеют большую ценность. Именно в силу того, что они редкие, не окисляются. Да. Изначально они используются, прежде всего, как редкие такие престижные ресурсы, из которых можно изготавливать. Спасибо большое, человеческое. Наконец-то я понял. Сейчас я когда читал про то, что творили испанцы там, правда ли, и как такое может быть, что с одной стороны золото – священный металл, с другой стороны в этом государстве инков нет денег? Да, так и есть. Да. Денег нет. У них нет богатства. А как они же? А как они тогда? У них был натуральный обмен? Нет, значит, это централизованная система редистрибуции. Вот почему социализм. Понятно было. Все люди, когда работают на полях, они, соответственно, они обеспечивают свою семью там частично чем-то, а в большинстве своем урожая, который они собирают, они сдают в государственные хранилища. А оно в этих хранилищах лежит, хранится. Засушенный картофель, там, соответственно, если это не они пасут лам, то это шерсть ламы там, и мясо. И потом куда? А потом чиновники это распределяют обратно. Ну, потому что есть храмовый комплекс, общественный комплекс, государственный. Собственно, комплекс иезуиты, экономики. Когда потом создали свои государства, вот в Парагвае, Боливии, они отчасти скопировали вот эту же систему. Скажите, пожалуйста, есть ли у государства именно в государственном и в общественном устройстве инков что-то такое, что мы можем у них позаимствовать? Или что хорошо бы, что было бы у нас тоже? Или это чисто такая историческая история, мы смотрим на эту историю? На самом деле, все в истории везде повторяется. Ничего принципиально нового не создала ни одна цивилизация. Это всегда вот все одно и то же, только с местным колоритом, как говорил вот Гончаров. Поэтому у инков, ну, это на самом деле так или иначе было воплощено на том, на ином этапе. Поэтому говорить о том, что что-то заимствовать... Ну, в какой-то степени вот, да, идея равенства, такого всеобщего и всеобщей организации жизни, мы ее позаимствовали опосредованно, потому что испанские авторы,
которые писали о истории инков. Значит, они там, скомпоновав утопические идеи, скажем, Кампанеллы, да, и утопистов европейских, добавив туда вот то, как они увидели эту идеальную систему Инкской империи, эти идеи, значит, перекочевали через испанскую литературу, общественную мысль, в Европу в 17-18 веке распространились, ну и оказали влияние на формирование социализма. Все пришло оттуда? Нет, нельзя сказать, что все пришло оттуда, но в определенном смысле, да, отчасти вот, потому что идеи равенства, там, скажем, утопические, значит, ну вот они присутствуют в утопии. А то есть они не только уничтожили цивилизацию, они уничтожили цивилизацию, но при этом что-то от нее взяли, и потом из нее ставили свою теорию. Ну, испанцы сами там брали, да, они, собственно, использовали технический опыт. Как-то очень негуманно. Собственно, испанцы, они использовали и рудники инкские, и дороги инкские. И я бы, кстати, взяла бы от инков кипу, вот это узелковое письмо. Знаете, как было бы удобно не таскать с собой блокноты тяжелые, а вот там несколько сделаешь узелочков. Расскажи, пожалуйста, что такое узелковое письмо? Ну, к сожалению, никто до сих пор не может его точно, так сказать, понять принцип устройства. Да. Это система хранения и передачи информации. Да. Но не письменность в нашем смысле. То есть она не передает речь. Мнемоническая система. Да. Это да. Мнемоническая система, которая кодирует информацию на основании ассоциации там, определенной единицы информации, там, количество ресурсов, количество товаров, количество того всего. То есть использовался в экономике. Узелок, а прочесть это невозможно. Узелок и, соответственно, длинный шнурочек. И цвет. Пытаются исследователи сейчас создать большую базу данных, используя там различные алгоритмы математические, попытаться понять структуру и определить хотя бы соотношение единиц, там, скажем, узелки это там десятки, там шнурочки сотни. Это что-то. Столько веков назад зашифровали, до сих пор наша прекрасная развитая цивилизация не может зашифровать? Потому что вот это как раз тот пример, когда существующие ныне системы дешифровки и принципы дешифровки не работают, потому что это не язык. Это не язык как таковой, это некая вот система информации, существовавшая тогда, и поскольку ее никто не записал, никто не сказал, что вот там красный шнурок соответствует, скажем, ламам, а там зеленый шнурок соответствует картофелю. Мы этого и не знаем. Более того, самим инкам-то было сложно, потому что... У них явно были специалисты, которые этим занимались. Нет, они были, но дело в том, что там главное, судя по источникам, там... произвол, да, вот, сказать, субъективизм в интерпретации и в создании тех иных сообщений на кипу был настолько силен, что они кодировали его, как бы, да, трое человек этим занимались. Потому что на всякий случай, если один человек закодировал, а он умер, ну, информация куда-то пропала, информация пропала. Поэтому три человека над этим работали, и вот эти специалисты кипу Камайоки, они работали втроем. Интересные люди были. Да, то есть они друг друга проверяли, да еще, чтобы информацию не утеряли. Вот эти послания, которые в космос посылают, якобы кодируют всю информацию о Земле. Она вот точно так же понятна только тем, кто ее составлял. А уж в космосе, как, куда она полетела и как ее будут понимать, это второй вопрос. Мы когда говорим про цивилизацию, мы очень много, наверное, правильно говорим там про политическое устройство, да, про труд, а про отдых. Вот известно ли, было ли у них такое понятие, скажем, искусства, было ли у них понятие отдыха и спорта у инков? Ну, это все, на самом деле, только в рамках вот этих вот ритуальных действий. Такого, чтобы как у нас там выходные, суббота, воскресенье, вот это, так сказать, и как в Греции олимпийские игры. Маловероятно. Олимпийский театр известен вообще. Нет, игры были, поскольку у них там и бегуны замечательные были, но, с другой стороны, игры все равно носили вот этот вот ритуальный характер. Это не то, что у нас уже они выделены в отдельную какую-то вещь. Вот. Особенность, опять-таки, инкской социальной системы, это вот не любовь к тунеядцам, к паразитам, к бездельникам. Вот можно позаимствовать. Да. И вот, да, каждый человек должен трудиться. Каждый человек должен трудиться, у него есть свое место в обществе, у него есть свое место там в экономике, он должен обеспечивать общий вклад, он работает на общину, он работает на государство. Тогда вот вы говорили, что где-то там на окраинах были бунты. Они просто не могли подчинить себе против чего? Территории. Ну, потому что пришли завоеватели. Это не бунты, это война. А бунты были? Бунты это что внутри? Ну, когда уже они в империю включали, да. Отделиться, да. То есть, как бы... Зачем? Есть такая хорошая жизнь. Нет, не так уж просто, когда пришли как бы завоеватели, да, тебя подчинили, да, посадили нового правителя, например, твоего правителя и его детей угнали в Куско, в столицу, заложниками. Такие территории были, которые действительно сопротивлялись. И тогда инки часто делали как бы такие интересные вещи, которые потом использовало советское государство. Они переселяли народы. Переселяли части общин. Катанина?
начали? Или да, они, начали? Они это. Это придумали, в общем, гораздо раньше. Нет. Вот я, например, точно на озере Титикака сама видела. Вот едешь, вроде как все однородные, вот все занимаются одним делом. И вдруг одна община, которая вдруг выращивает рыбу искусственную. Я говорю, надо же, чужое озеро большое, почему все не занимаются? А мне говорят, нет, это как раз потомки вот этой деревни тех, кого переселили инки в свое время из Эквадора. И вот у них другая традиция. А переселялись в связи с чем? Ну, чтобы не сопротивлялись. А тут они... Да. То есть это вот рассеивали. Есть народ, есть проблемы, нет народа, нет проблемы. Они, собственно, переселяли и смешивали разные этнические группы. Ну, как у нас еврейская автономная область в Биробиджане. То же самое, как, собственно, Сталин. Неизвестно, Сталин вообще знал что-нибудь про инков? Нет, ну, он знает, безусловно, знал, но я не думаю, что он... Применял. Да, хороший такой хороший пример. Он сам догадался. Я хочу вернуться к искусству. Если так много ритуалов, то должен был быть театр, или театра не было? Был. И другие драмы даже переведены на русский язык. Расскажите про театр инков. Ритуальные, да. Ну, это тоже, так сказать, это драмы, которые были записаны уже в колониальное время, безусловно. Только драмы? Да. И то, что сохранилось, да. Комедии не было? Ну, скорее всего, вряд ли. От чувства юмора зависит. Можно и со смеху умереть. То есть отношение к театру, я почему спрашиваю, отношение к театру как к чему-то очень серьезному. Да. Как в Греции в основном. Нет, ну там, безусловно, были развлекательные, там, юмористические, конечно же, какие-то действия театрального типа, но они, скорее всего, проводились вот где-нибудь там на уровне общины, деревни. А значит, вот да, такое высокое искусство, то, что называется инкской драмой, это вот драмы, которые повествуют об истории, о драме там, конфликта между долгом. Значит, и вы читали чувствами. Ну да, «Апольен тай» на русский она была переведена. Да, да, да. И там что? Там это прям такая пьеса, там действия, там действующие лица. Да. Эпическое произведение. Значит, там сюжет. Да. Полководец, который, соответственно, вот служит инкскому императору. И вот главная центральная проблема – это столкновение между там, его чувством долга и его личными чувствами. В этом смысле как раз это на древнегреческую трагедию действительно похоже. Потому что, наверное, в типологической схеме, может быть, нас специалисты по античной литературе критикуют, но мне кажется, типологически это похоже. Да, такого. Выставка называется «Тысяча лет золота». Все-таки мы не можем про золото не поговорить. А отношение к золоту, с одной стороны, я вот хочу это понять, как к чему-то священному, с другой стороны, оно используется в быту, и к нему такое простое отношение. Ну, во-первых, тысяча лет золота инков такого быть не может, на самом деле. Инкское золото – это... Инки просто позже у нас появляются. То есть там, на самом деле, кроме инкского золота, там много на выставке других представлено культур. Сама вообще Инкская империя – это 15-й и 1-й, 3-й, 16-й век. Да, так что тысячи лет не склалось еще. А это тысячи лет как бы до инков. Вообще по перуанскому золоту. Да, ну Перу, Боливия, да, там Эквадор частично. Поэтому там другие культуры тоже присутствуют, которые были предшественниками инков, да, ну или их соседями. В принципе, да, вот то, что представлено там, прежде всего, самый интересный экземпляр, это то, что вот использовалось в погребальном обряде, да, то, что использовалось правителями. Вот такие предметы, которые о могуществе говорили. А вообще инки как относились к золоту? То есть вот я вот это хочу, вот это для меня это противоречит. Красиво было это для них. Вот красиво, вот самое как бы красивое должно быть золотое, так. В принципе, да, есть такая теория, что в Южной Америке золото – это показатель статуса прежде всего, да, для того, чтобы показать, какого статуса человек, да, чем он обладает, какую он роль вообще играет в обществе. У него есть определенные вот золотые украшения. Вот как зубы вставные раньше были золотые, вот тоже показатель богатства. Так вот у инков, ну, собственно, только изготовлялись там вставки в нос, там еще что-то. Но показатель богатства в стране, где нет денег. Это не богатство, золото, где золото... это могущество. Это вот то, что вот не очень правильно сказали в вашем сюжете, да, золото на аймара, на кетчу – это слезы солнца, да, то есть, в принципе, соляное божество, солярное, солнце как некое там, да, не знаю, субстанция, материя, ну, не знаю, в общем, это то божество, которому прежде всего поклонялось инкская цивилизация, общианская цивилизация. Поэтому для них почему так много погребений, да, вот золотом, золотым инвентарем? Потому что они уходили к солнцу, наверное, возвращались. Да, выстраивалась вот эта такая лестница. Вот, например, даже Гарсиласа де ла Вега, собственно, откуда мы знаем вот всю эту информацию о жизни инков, он и писал, что вот, скажем, если инка, который выходит из столицы, из Куска,
А навстречу идет инка там из провинции в эту самую Куску. И вот тот, который идет из столицы, он имеет как бы... у него главная дорога. Тот второй должен ему уступить. То есть вот вся, вот как малиновые штаны, вся цивилизация, была выстроена. Вот да, верхнее золото, потом инки в высшей категории. Дальше выстраивались все, и каждый знал свое место. Поэтому золото было маркером, собственно, вот этой Против вот этой статуса. Системы кто-нибудь бунтовал? Не да против нет, завоевания? Нет, ну, нет, эта система сама по себе зародилась задолго до инков. И, конечно же, уже инкские, как бы, доинкские империи, про которые мы не знаем ничего из письменных источников, знаем их только по археологии, они, по-видимому, уже и идеологию схожую имели, там, скажем, уари, например, и создавали схожие системы, социальные схожие системы, экономические, политические. И инки, по-видимому, использовали это, потому что сейчас кажется, что дорога, сеть дорог инков, которые знаменитые дороги, на самом деле была создана там, на 500-600 лет раньше. И использовался еще их предшественник. Не могу вас не спросить, не задать вам вопрос, который задают все люди, которые говорят про золото инков, куда оно делось? Переплавили. То есть известно... нет, известно... И? Нет, ну испанцы переплавили, да, увезли. Но известная история про то, как испанскому человеку высыпали горсть зерен, взяли одно зерно, сказал, ты вот сделал столько, а вот это все, что осталось, ты не нашел. Есть легенды или не легенды, что оно спрятано, что его не отдали специально. Ну так а где легенд про золото нет? Это вся Латинская Америка, это все легенды про клады и сокровища. Поэтому я ученых и спрашиваю. Именно ученых. Золото Чингисхана. Сейчас, подождите, про золото партии все есть. Мы сейчас не это обсуждаем. Мы обсуждаем именно золото инков. А насколько это, эти легенды неправдивы? Или какой-то элемент правды, что где-то есть клады, где-то зарыто это золото инков? Понимаете, как бы погребения инков, они все-таки разграблены. Да? Вот. И не только инков. В принципе, самое большое погребение, неразграбленное, было найдено только в конце 20 века. Сипанское погребение, это как бы до инков еще это такая культура ламбаеки, да, и мочи. И это вот первое неразграбленное. Это вы сейчас что сказали слово? Это название реки Ламбаеки. Культура мочи, да. Третий век нашей эры. Да, это, собственно, задолго до инков, но при этом это первое, 1987 год. Впервые было найдено неразграбленное погребение. А так там поработало много уже людей. То есть никаких кладов нету? Ну как нет? Знаете, это вот исторически сложилось, когда вот в Мексике, скажем, тоже искали они 7 забытых городов, где сокровища. Ничего они не нашли, кроме вот какой-то вот... там, бирюзы, кучки, еще чего-то. Потом вот эта история знаменитая Эльдорадо. То есть это уже Южная Америка, когда там искали вот тоже сокровища, специальные экспедиции. Тоже оказалось, в общем, практически блефом таким. То есть испанцы все увезли? Нет, не все. Вот прекрасная еще одна история. Ехал трактор по полю, где выращивали сахарный тростник, и провалился. Погребение, такое известное погребение Малагана. Произошло это вот в 92-м году. И хорошо провалился. Потом они стали быстренько оттуда вытаскивать местные жители золота. И когда на рынке появилось очень много действительно золота, да, поняли, что откуда-то оно прибывает на рынке таком черном, да, черных копателей, и начали проводить там раскопки, действительно узнали эту историю, колумбийские археологи, и выкопали там порядка, вытащили оттуда порядка 180 килограмм золота. Это дело в том, что, собственно, само инкское золото, вот у него было больше шансов попасть в сферу интересов испанцев, быть вывезенным, переплавленным и отправленным в Европу уже в виде слитков. А то, что мы можем сейчас найти, как правило, это действительно там золотые украшения, символы власти доинкских культур. Такие красивые истории про то, что они забрали их самого главного верховного инку, потом они его казнили, и за это инки не отдали им главного золота, а куда-то его спрятали, все неправда. Нет, как раз наоборот, выкуп Атауальпы, это знаменитая история о том, что... Да, вот качество выкупа за свою жизнь и за свою свободу, то Альба предложил наполнить комнату золотом. Сколько у него хватит роста. Вот. И, соответственно, вот, да, это был тот самый первая часть, да, первый взнос инков в развитие испанской после экономики. После чего этого человека по имени Атауальпа, да. Это я так не могу сходу, как вы, его казнили, и золото, что с ним стало? А золото было разделено испанцами. Не то, которое он привез, а то, которое оставалось. А то, которое оставалось, оно оставалось в Куско, в инкской столице. Испанцы, так сказать, пришли, победили, разгромили инкские армии, захватили Куско. И точно так же. То есть они, в общем, было, все увезли. Если только какой-нибудь трактор в очередной раз не упадет, то, в общем, они все увезли. Да, они по большей части... то, что было инкское. Да, то есть то, что вот они нашли, то, что они у самих инков нашли. А вот погребение, которое под землей,
Да, там тут гораздо есть, более богатые. Их еще полно. Их еще может быть очень, их еще да. может может очень быть, много. Да. А скажите, пожалуйста, вот, Галина Григорьевна, у меня такой чисто человеческий вопрос. Вы изучаете эту эпоху, вы изучаете этих людей. Что вам об этих людях нравится больше всего в инках? По-человечески. Не в смысле их устройства, а по-человечески. А мне очень нравится, на самом деле, вот это вот стремление вперед, все время стремление развиваться. То есть вот менять свою систему, создавать что-то новое, развивать науку, потому что вот те астрономические знания, которые у них были, это же вообще потрясающе. То есть вот сейчас спроси любого человека, никто не знает, там уже Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли вращается. Ну ладно, это я думаю, знаю. Вот сейчас уже, так сказать, далеко не все. Астрономии в школе уже нет, вот. А вот в древних цивилизациях, на самом деле, они понимали, что вот только знание – это путь вперед. И вот все время развивали вот науку, потому что история цивилизации, на самом деле, это история инноваций и технологий. То есть вот ничего другого не происходит. То, что не где нет инноваций и технологий, там нет развития. И там цивилизация умирает, и любая культура умирает. Поэтому на самом деле вот это вот самое интересное, когда происходят какие-то вот изобретения, ну, технические, научные, социальные, на самом деле, вот для того, чтобы развивать дальше это общество. И было бы очень интересно понять, как бы они решили вот эту проблему дальнейшего социального а развития. А какие у них есть научные изобретения? Это известно. Ну, классическое, это на самом деле вот, вот эта вот кладка камней, как они их там шлифуют, тоненько складывают. Да, и в условиях вот сейсмического вот региона, это вот где трясет все время, там ничего не разваливалось. Меня, например, больше восхищают их эксперименты, которые они проводили на головном мозге. То есть вот там культура была отдельная, которая вообще, она известна своими трепанациями. То есть там трепанации разного типа, то есть разные области головного мозга. Причем это не лечебные были трепанации, это именно попытка воздействовать на головной мозг. А кого они... Ну как, те же люди, которые там. То есть, и причем ведь по трепанации всегда видно, выжил человек или не выжил. И вот как раз вот эта выставка, когда этого музея была в 80-е годы в Москве, она, кстати, привозила мумии с трепанациями. Вот. И вот там вот, скажем, когда зарастает вот эта вот дырочка-то выпиленная, это значит, что человек остался жить. И вот таких вот очень много, когда делается трепанация, вскрывается мозг, затем он или пластиночкой той же золотой, кстати, закрывается, и человек продолжает жить, зарастает вот эта кость. А известно, что они хотели понять? Вот это вот неизвестно, это вот самое интересное, потому что параллельно вот с инкскими, скажем, в Мезоамерике в тот же период происходит тоже вот такой поиск вот воздействия на головной мозг человека. И вот это вот непонятно что, но культура, которая их как бы потом пришла им на смену на самом деле, там начали как-то вот производить какие-то манипуляции с головами стрепанированными. То есть явно считали, или это колдуны были, или люди, которые обладали какими-то особыми способностями. И вот это мне ужасно интересно. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что если люди ощущают себя детьми солнца, то есть они понимают, что есть солнце, что оно самое главное, то они должны как-то очень стремиться куда-то вверх, заниматься астрономией и так далее. Это так? Да. Да, безусловно. Вверх они стремились, потому что инкское, да, ядро Инкской империи – это высокогорье. И очень многие инкские памятники располагаются высоко в горах. Нет, я имею в виду не вверх по горам, а я имею в виду космос. Они изучали космос? Как? Не летали точно. Ну, астрономию. Да, это астрономия изучает космос. Да, чтобы да. Что? Ну, во-первых, астрономия – это основа циклов жизни. Поэтому если ты не можешь равно, да. считать время и прогнозировать будущее, ты не выживешь даже там месяца. Поэтому на самом деле астрономия – это жесткая необходимость выживания. И космос для них был – это источник циклов, ритмов, понятия времени подождите, и расчетов подождите, экономических. Подождите, они все это понимали? А как же? Это все понимают. Как человек становится человеком, когда он начинает понимать, что такое вчера, сегодня, завтра, вот тут он начинает изучать космос. Потому что, вот, ну, представьте, на какой-то момент, вот сейчас утро, и мы не знаем, что будет, вот сколько нам вот сегодняшний день жить, что будет дальше. Все, это хаос. Мы же ничего, мы не пойдем на работу, мы не знаем делать, мы не знаем, на чем мы доедем, что произойдет дальше. Вот просто перенести на себя вот это понимание, когда у тебя нет концепции вот будущего, то все, действительно будущего нет. А астроном у них – это какой-то человек уважаемый, ученый, или это все люди? Ну, нет, конечно, не все люди. Безусловно, ну, или большинство людей. Это специалисты, которые обладают, значит, знанием.
Поэтому, да, это вот категория ученых, жрецов, да, тех людей, которые занимаются... Ученые, жрецы – это совсем разные люди. В этих обществах это одно и то же, на самом деле. Потому что, ну, да, не только в доколумбовой Америке, но и в любом древнем обществе Старого Света. Жрецы и ученые одно и то же? Да, жрецы и ученые. Потому что церковь, даже христианская церковь в Европе, она тоже, собственно, астрономы-то все были в рамках церкви. Но христианская церковь в Европе по-разному, как мы знаем, относилась к астрономам. И некоторые астрономы очень печально закончились, с тем, что к ним, плохо относились. Нет, в большинстве вот ранних цивилизаций жрецы и ученые – это люди, которые, в общем, да, занимаются одним и тем же. Потому что жрецы, что они делают? Да, они общаются со сверхъестественным, а в то же время они, да, фиксируют прошлое, например. Как правило, вся там история находится в руках, опять-таки, жреческой касты. Фиксируют в чем? Фиксируют свое прошлое, в письменно чем? Ли, или там устно ли, или там в кипу, или как угодно. Дали, да. Вот. Собственно, да, вот это и есть зарождение истории как сферы исследований. Ну, нет, только вот. Узелковая. Только узелковая. Да, да. Типу есть, там... и да. Вот, значит, поэтому, значит, любой расчет астрономический, это же тоже, в общем, наука, в то же время смешанная с религиозными, там, с мифологическими представлениями, потому что, да, небо не осмыслялось, да, в смысле созвездий непосредственно, там, черных дыр и всего прочего. Ну, да, черные дыры они, конечно, не знали. Они... Да, но осмыслялось это в сверхъестественных категориях. Они понимали вот там. То, о чем вы сказали, то, что вы думаете, мы уже перестали понимать. Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг Земли, космос, множество планет, множество звезд, обитаемые, необитаемые миры. Вот это все у них было? Они об этом думали? Нет, но это все-таки уже категория современной науки. Да, фантастики. То есть планеты, да, для них были, ну, некие божества, которые обладали вот этим своим циклическим появлением. Потому что вот даже там или созвездия тоже они их выделяли, но для них это были вот некие такие сакральные, божественные какие-то персонажи. Вот даже культура Чевен, это первое тысячелетие до нашей эры, в Перу, там, собственно, одна так из родоначальниц всех этих вот андских культур, там вот есть храм, в который предполагает, что там вообще было, вот он весь посвящен каким-то астрономическим знаниям. Стелла, которая, возможно, воплощала Орион, вот, то есть какие-то... Первый век до нашего... тысячелетия до нашей эры. Там, в принципе, монументальные комплексы, да, появляются раньше, третье тысячелетие нашей эры. То есть еще охотники собирают, и ранние земледельцы, те, кто занимались там рыболовством, они собирались в таких монументальных комплексах, конечно, где у них жрецы совершали ритуалы. То есть, в принципе, все это, вот, да, то, что они знали про, о природе, о космосе, да, все это они использовали в своей жизни, потому что это необходимо, без этого не выжить. Это регион, где постоянно какие-то катаклизмы природные случаются. Это регион, где бывают наводнения постоянные, да, и многие культуры там погибали из-за этого. Правильно, поэтому я они понимаю, все это использовали. Что их жизнь была, если ее сравнивать с нашей, более логично и структурирована, более понятна. Трагично. Трагично? Ну да, все-таки такой регион, ну, сейсмическая опасность, постоянные наводнения, Эль-Ниньо. Как бы там много разных... Засухи, и засухи тоже, природных каких-то катаклизмов, которые могли приводить к гибели целых народов, в общем, целых долин. Ну, она была в том смысле, что более логично, как бы, да, и спокойно, потому что... Ну, существовала картина мира вот такая. Да, существовала картина мира, в которой было много, с одной стороны, был катастрофизм, а с другой стороны, все-таки не было непредсказанно, не могло случиться непредсказуемо. Ну вот, да, там, землетрясение. Но даже землетрясение, в том смысле, это часть естественной картины мира. И то, что они происходят, это нормальное явление вашего окружающего мира. У меня вопрос к вам уже не как к историкам, а просто вот как умным людям. Проблема нашей цивилизации, ну, что, пожалуйста, проблема нашей, не говорю сейчас про Россию, вообще цивилизации, в том, что мы не можем построить картину мира, у нас есть такая проблема, и поэтому так дерганно живем. Есть проблема, действительно, потому что на самом деле самый драматический момент, и вот вы упомянули, как церковь расправлялась с астрономами, это когда что-то угрожает уже устоявшейся картине мира. И вот это вот на самом деле воспринимается гораздо более болезненно, нежели все остальное. То есть вот пока существует одна картина мира, вроде все стоит на своих местах, там первая колонна марширует, вторая, все на месте. Как только картина мира начинает меняться, вот тут все ее компоненты, вот этой мира, они начинают искать свое новое место. И вот тут вот начинается угроза хаоса.
если сразу что-то не изменится. И это проблема для всего мира, самая актуальная и в наше время особенно. А в наше время есть какая-то картина мира понятная? Понятная большинству людей, которые не в курсе того, кто вокруг чего держится? Не особо. По крайней мере, вся вот прошлогодняя истерика по поводу конца света, предсказанного в древними майя в 2012 году, показывает, что картины мира устойчивой нету, что люди, услышав о том, что майя предсказали конец света, в это поверили, хотя... Значит, просто, это да, к их собственной культуре не имеет никакого отношения. То есть мы можем у инков взять еще вот эту немаловажную вещь. Не иметь... только у инков, у многих древних цивилизаций. Ну, мы сейчас про инков говорим, да. Ну, хорошо, да. Взять и эту такую вещь немаловажную, понятную, четкую картину мира. Ну, как ее взять? Ну, чтобы важно, чтобы цивилизация была не такая, как у них, а какая-то, но понятная и четкая. Ну, вот знаете, сообщение вот в Северной Корее тоже есть четкая картина мира. Ну, вот брать что-то не хочется вот такое. Понимаете, картина мира, она вот в том-то и прелесть, когда население вместе с развитием общества готово к восприятию изменений вот этой картины мира. Вот. Так бывает? Ну, к этому, собственно, все и идет, потому что иначе нельзя. Иначе вот те маленькие подсистемки, которые не готовы на это, они подвергают себя опасности просто исчезнуть, раствориться. У инков-то она была, но потом, когда пришли испанцы, она все рухнула. И... Вот я хотел спросить про то, как пришли испанцы. Меня это всегда очень удивляло. Ну, вроде таки развитые цивилизации. Приходят испанцы и уничтожают мгновенно, но завоевывают. Ну, не мгновенно. Очень быстро. А почему? Они не хотели сопротивляться, не могли. А почему? Почему ну, так инкская быстро? Как раз, в общем, нельзя сказать, что она сопротивлялась прям, в смысле, что она была завоевана очень быстро. Да, конец завоевания центральных Анд – это 1572 год. То есть, на самом деле, прошло 40 лет. Вот. Это не так, чтобы прям вот моментально. Но проблема, да, проблема, с одной стороны, была, конечно же, в техническом превосходстве, безусловно. Огнестрельное оружие, железное вооружение, лошади, да, это все, значит, военное превосходство, которое однозначно сыграло на стороне испанцев. Но они же, как я понимаю, воевали все время инки, они все время кого-то завоевывали, у них должен был очень большой опыт. У них к этому времени просто была уже довольно серьезная проблема на политическом уровне, у них была раздробленность, да, у них был кризис, в общем-то, намечался политический, вот понимаете? Я хочу понять, вот Дмитрий Дмитриевич говорит, что поскольку у тех было железо и лошади, то они победили. И порох. И порох. Нет, в этом было дело? Или дело было в том, что их, например, обманули? Или дело было, инков я имею в виду, или дело было в том, что они была раздроблена? Может быть, дело было в том, что много факторов сложились воедино. Значит, вот первый – это военный. Второй – это династический кризис. Атуальпа только что победил своего брата, и поэтому половина империи его не любила и не готова была перейти на сторону испанцев, чтобы отомстить за казненного, значит, императора предшествующего легитимного. И Атуальпу казнили-то испанцы именно за то, что он убил своего брата. То есть они формально ему предъявили законные претензии. Значит, и был суд, и Писаро выступал там, значит, одним из главных инициаторов этого. А, значит, это второй момент. А третий момент – это идеальная система, высокоорганизованная, редистрибутивная, на самом деле оказалась совершенно неустойчивой. Потому что, увидев, что пришли новые повелители, каждый правитель региона, там, долин, сказать, групп долин и так далее, которые назывались кураки, они решили, ну давайте мы договоримся с этими господами, не будем защищать. Ой, ну это универсально, Рику. Это история России, это история Европы. В том все дело, что это как раз не универсально, потому что в обществах как бы не настолько жестко организовано. Да, вот я не знаю, там мы посмотрим на какое-нибудь смутное время в России в начале 17 века, после определенного периода вот этого предательства региональных элит, в итоге регионы собираются и отправляются изгонять интервентов из Москвы. Да? Потому что интервенты идет хуже из, в этом смысле. Это идет из региона, это идет не из столицы. Столица, наоборот, готова, значит, предать. Что вы сказали? Я говорю, что в данном случае здесь завоеватели не рассматривались местные элиты как более худшие силы, как большая опасность, чем инки. С другой стороны, инки к этому времени, например, сами воевали в Чили, да, на территории современной Чили с мапучи индейцами, не могли их завоевать. И испанцы там же потерпели, в общем-то, конкистадоры поражения, потому что вот они отправили там во главе с Вальдивией таким конкистадором отряды. Вальдивия в итоге стал известным черепом, который переходил потом, такой чашей из его черепа сделали, переходил от одного вождя мапучи к другому. И, собственно, этих мапучи индейцев подчинили уже, когда было чилийское государство в XIX веке.
Поэтому вот идея о том, что как бы испанцы пришли, так смотрите, так эти вот люди, которые сделали из человека известный череп, они же тоже, у них не было ни оружия, ни пороха. Они быстро лошадей у испанцев отняли. Так значит, все-таки первостепенно то, что вот они не смогли как-то... Нет, вот здесь первостепенно, наверное, была как бы, да, вот получается, что здесь как социальная сложность и высокоорганизованность играет скорее против, потому что просто организованное общество мапуче, там, с небольшими объединениями политическими, воинственными вождями, они оказались в этом смысле более эффективными против завоевателей, чем иерархическая пирамида инкская, в которой просто на место сапа инки, этой элиты инкской, значит, пришла испанская колониальная администрация. Меньше бюрократии. Да. Что сделали испанцы, когда завоевали эту империю? Понятно, что они набрали золото, это понятно. Они хоть как-то, неужели среди них нашлись какие-то люди, которые хоть как-то это исследовали? Да, безусловно. Да. И что они поняли? Ну, они, во-первых, они, ну, вот, да, все, что мы знаем об инках, мы знаем благодаря либо испанцам, описывающим это общество, либо уже индейцам, крещенным, получившим европейское образование, которые писали о своем испанцы обществе. Испанцы завоевывают. У них какое ощущение от этого всего? Они понимают, это же так сейчас, ну, трудно себе представить, где Испания, где Латинская Америка тогда, когда это все происходит. Вот они приплывают, они видят цивилизацию. Они видят же не дикарей, а цивилизацию. У них какое они это ощущение? Они все равно считали дикарями. Нет, да, дикарями было здесь... считать выгодно. Это такой классический набор обвинений, значит, это садомия, это то, что они едят людей, это то, что они там еще вот какие-то такие вещи делают. И на самом деле тут даже это не очень искренне были все эти обвинения, но они им развязывали руки, чтобы убивать. Потому что, ну а что говорить, Испания, это же, в общем, собственно, эти дикие войны абсолютно. Там говорить о том, что это какие-то были великие гуманисты и о чем-то рассуждали, это нелепо. То нет, есть... но я думаю, что, может, среди них кто-то был. Нет, я понимаю, да, что... Безусловно, потом миссионеры какие-то отдельные, да, люди, конечно, добыли, но, в общем, в целом-то, так сказать... Нет, но здесь даже следует признать, что, например, даже испанцы настроенные довольно, так сказать, конкистадоры и одновременно исследователи, например, Пьедро Сьеса де Леон, он был настроен довольно... отрицательно, негативно по отношению к инкам вообще. Поэтому у него много там отрицательных черт описано в его работах, в его хронике. Но в то же время он признает заслуги и говорит, что да, это, в общем, великая держава. Она, конечно, с его точки зрения абсолютно негативная, отрицательная, потому что она не христианская, потому что они поклоняются, да, ну, не дьяволу, но все равно каким-то отрицательным персонажам. Но, тем не менее, да, и у нее можно что-то позаимствовать в смысле организации труда. Мы так постепенно подходим к концу. Я хочу, как говорю, у вас узнать ответ на простой вопрос. Да. Мне лично мне ужасно интересно понимать все про инков, про майя, хоть что-то понимать. Но все равно есть такой вопрос. А зачем? Вот зачем сегодняшним людям знать про инков? На самом деле, человек чем больше знает, тем больше он может находить закономерностей во всем, что происходит. И тогда вот прогнозировать свое будущее более грамотно. Потому что чем меньше ты знаешь, тем меньше у тебя вот этих компонентов для того, чтобы понять, что происходит вокруг тебя. Первый раз в моей жизни на этот вопрос ответили понятно. Понятно. Даже мне даже больше. А вы что думаете об этом? Я думаю, конечно, согласна Галине Гавриловне, но в принципе это вот... единственное противодействие зашоренности, когда люди считают, что вот есть наш город, есть наша страна, есть европейская цивилизация, а все вокруг это каннибалы, это варвары. Да, это можно как угодно называть, но при этом не уважать. И, собственно, единственное... Скажите, Елена Сергеевна, а почему вы занимаетесь именно этим временем? Этим временем? Потому что это регион, который, мне кажется, совершенно не похож на наш мир, и при этом единственным, который... Это способ уйти от мира? Нет, это способ найти себя просто в другом немножко, в другой плоскости, пространстве. И расширить свой мир, свои горизонты, и край земли отодвинуть. Сейчас я к вам вернусь, я просто хочу, я у вас только быть. А вы почему начали заниматься этими цивилизациями? Я, потому что в свое время я восхитилась, когда узнала о том, что Юрий Валентинович Кнорозов дешифровал письмо майя. Я училась тогда вот в Иньязи, и мне показалось это, ну, настолько потрясающе, что вот человек, который живет вот где-то рядом, там, в Ленинграде, мой современник, и он дешифровал письмо майя. Меня это так потрясло, что я вот как только закончила, так сказать, учебу, я пошла искать Кнорозова и сказала, что я хочу работать вместе с ним. Вот. И у меня, на самом деле, вот это вот пример вот такого вот какого-то совершенно научного невероятного вот подвига, я уж даже слова не побоюсь этого сказать, он меня потряс. Объясните нам мужской теперь позиции, зачем нам изучать майя, зачем нам изучать инков? Ну,
на индивидуальном, каждого отдельного человека, это просто интересно. А в целом, почему существует изучение истории и история? Потому что таким образом мы, там, глядя в другие культуры, лучше понимаем свою, безусловно. Да, поэтому, ну как же. Поэтому во все человечество исторично. Все люди во всех человеческих культурах существует изучение не только своей истории, но и чужой. Потому что таким образом, в общем, в итоге мы понимаем и себя лучше, и свою культуру, и свое общество. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто к нам пришел. Еще раз сейчас попробую зачитать, что это за люди, такие длинные. Попробую без ошибок это сделать. Галина Гавриловна Ершова, потрясающего ума человек, правда, вот после беседы я могу сказать. Доктор исторических наук, профессор, директор Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета. Впрочем, все наши гости, люди этого года, что разве Елена Сергеевна Астрирова не потрясающего ума человек, тоже потрясающего ума человек. Я уже не говорю про Дмитрия Дмитриевича Беляева, кандидата исторических наук, заместителя директора Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета. Мы собрались с тем, что в Москве проходит выставка «Тысяча лет золота инков». И, ну, вы можете посетить эту выставку. Мне кажется, что все-таки наш эфир, в общем, был не об этом, а о том, что есть такое потрясающее занятие у людей, которым мы очень редко занимаемся. Оно называется «думать». Вот мне кажется, что когда ты изучаешь какие-то другие племена, когда ты изучаешь историю, ты начинаешь думать. А это, как, может быть, вы убедились по моим гостям, очень интересная история, очень интересный процесс. Я желаю вам больше думать. Я Андрей Максимов, прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания, пока.